Когда потонула лодка, только я смогла добраться до берега. Я держала мужа за руку до самого конца. Я до сих пор помню, как он сжимал мои пальцы. Понимаете? Когда он впервые предложил обменяться воспоминаниями, помню, я тогда испугалась. Но он улыбнулся, и мы вдвоем нажали на кнопку. Потом я все почувствовала. Впервые я смогла пережить его любовь ко мне. Это такое сильное и теплое чувство. Оно почти ранило. Уже 3 года каждый день для нас, как первый. Было очень жарко в тот день. На улицах ужасно воняло горящим пластиком. Я шел с другими детьми по улице, пока мы не вышли из Парижа. Никакой стрельбы. Война закончилась. Я не знаю, хватит ли мне духа передать эти воспоминания сыну, но я рад, что они надежно сохранены. Благодаря Сенсину я помню все важные моменты своей жизни. И хорошие, и плохие. Благодаря Сенсину мой муж живет здесь и здесь. Добрый день. Вы слышите меня? Да. Как вас зовут? Елен. Какой се... Что вы сказали? Елен. Черт. Вот это да. Не волнуйтесь, мы сотрем остатки памяти. Какой сейчас год? Я не знаю. 2084-й. Знаете, где вы? Нет. Минимальная сопротивляемость. Спасибо за сотрудничество. Я... Доктор Квейд? Да. У пациентки небольшая сопротивляемость. Как закончите со стандартными протоколами, отправьте ее ко мне. Я сотру остатки самостоятельно. Да, доктор. Состояние это ноль. Дышите глубоко и помните, что...
Снисходите зрение и ждите своей очереди, чтобы занять кресло. Проходите. Нелин. Нелин, ты меня слышишь? Да. Они хотят промыть тебе мозг. Не допусти это. Нужно их отвлечь. Готовься уходить, когда скажу. Кто ты? Тот, кого ты должна слушать, если хочешь жить. Не бросай меня. Пожалуйста, не сходите с линии и ждите своей очереди, чтобы занять кресло. Вход в работе сети. Временно установлен карантин. Благодарим за спокойствие. Это их займет. Нелин, сейчас слева поднимется железная дверь. Если ты меня поняла, поверни голову. Я подключен к Сенсину и все почувствую. Пролезь под дверью. Скорее! Зарегистрированный пациент в закрытой зоне. Спецюнит активирован. Туда! Вставай, нужно идти дальше. Уже почти все. Полезай в гроб. Быстрее. В порядке? Нет, мне нужно наружу. Вытащи меня. Успокойся. Меня зовут Эдж. Доверься мне, сестренка. Уже доверилась, братишка, и оказалась в гробу. Ты должна быть готова к тому, что увидишь снаружи. Наш враг Memorize, корпорация, которая оцифровывает воспоминания и торгует ими. Она использует технологию Sensing. Весь мир на нее подсел. Улавливаешь? Да. Ты охотница за воспоминаниями. Лучше. Остальные только воруют память, а ты можешь менять ее. А кроме того, ты эрористка, как и я. За что так со мной? Ты была революционером и моим лучшим агентом.
Мы должны были помешать компаниям получить монополию на воспоминания, но проиграли. Нас обнаружили и арестовали. Это жутко интересно, но я должна выбраться из гроба сейчас! Течение отнесет тебя в трущобы 404. Как выберешься, расскажу свой план. Улыбки! Смотри! Слезы и улыбки! Новые улыбки! Новые улыбки! Я так долго искал! Новые мы! Страх! Страха нет! Нет! Слезы и улыбки! Больно всех! Сестра? Мясо? Может, лучше. Друг? Я просто не член семьи. В этом дело. Я не хочу с вами драться. Придется, Милена. Иначе тебя убьют. Используй приемы. Кто они? Лепари. Несчастные изгнанники, гниющие в недрах Нео-Парижа. Несчастные? Жуткие, я бы сказала. Брошенные дети эпохи Сенсина. Обычные люди, как и мы. Ныне являются тенью нашего стыда. Их принято бояться. И из-за них существуют эрористы. Кто тут? Так, пора отсюда уходить. Найди Томми Головняка. Я сообщил ему, что ты снова в игре. Кого? Он владелец бара в верхней части трущоб. Сначала выберись со свалки, а потом я скажу, куда идти дальше. Наш мир. Одно известно наверняка. Эрористов в нашем любимом городе стало вдвое больше. Их было двое. И помните, Мэгги первая вам рассказала. Выход лишь один, наверх. Эдж. А кто это Томми? Томми был твоим лучшим другом.
Он бывший охотник, но верен нашему делу. У него есть бар на грузовом судне, у шлюза под названием «Мозговая течь». Ни за что не пропустишь. Мозговой течи продаются круглосуточно. Сегодня вы можете попробовать хрустящего краба а-ля Томми и канализационных креветок под соусом. Эти твари повсюду. Ребенок пал. Доброе утро. Вот он, загадка. Что за грозная туча пронеслась в утренних лучах над трущобами 400? Там! Не там! Я тут, голубняк. Твоя мамаша спит с Лебовым. Джонни Кингивит прокричал твое имя из темноты. А ведь говорил, не плевать, так он как умер дважды. Это хуже, чем тебе. Но ты заглядывай ко мне в мозговую течь, ибо грустить лучше в компании. Эй, чел, я твой головняк. Резкий отец.
Они как люди, но нападают на нас. Они уже не люди. Ладно. Как скажешь. Поспеши. Томми ждет тебя в мозговой тече. Сейбер до службы чистки канализации. Они станут служить на благо общества. Проект возвращения компании Memorize – ответ человека на угрозу варваров. Жители Нео-Парижа, у вас больше нет причин бояться лепарей. Благодаря проекту... Пересеки плавучий рынок и иди к тому складу. Это короткий путь к бару Томми. Пускают кого попало сюда. Иди дальше. Видимо, вежливость уже не в моде. Что это было? Это хороший знак. Со временем воспоминания вернутся. Почти на месте. Следуй за летающими дронами Томми. Ладно, хоть что-нибудь. Последний раз. Потом соскочу. У тебя память разваливается. Дырявая, как потасканная кибершлюха. Ты в паре шагов от фрагментации. Ну и короткий путь. Ладно, не идти же назад. Наконец-то. Мозговая течь. Сейчас сердце вырву, если не прекратишь, сраный мне монарик.
тупые мне монарики. Джонни всегда там, смеется в темноте. Он хочет мое сердце на Рождество. Ты понимаешь, Томми? Здесь ты в безопасности. Не парься. Да чтоб меня! Эдж справился. Иди сюда. Нилин, давно не виделись. Извини, я тебя не помню. Неужели ты забыла мое прекрасное личико? Прости. Черт, все мы чего-то лишились на этой войне. Но ты свободна, милая. Это главное. Наверное. Я немного сбита с толку. По делу за раз, сестренка. Сперва переоденем тебя. Вон та перчатка твоя. Я принес ее из убежища вместе с нарядной боевой формой. Повезло, что тебя арестовали в твой выходной. А эта штука стопудово твоя. Куда круче, чем у меня была. Сейчас я уже не удел. Только ты можешь ею пользоваться. Что они с тобой сделали? Там, в Бастилии, в отличие от тебя, я прошел полный курс терапии. Что ж, теперь пора переодеться. Твоя боевая форма в шкафчике. Боб! Свали отсюда! А то позову Джонни! Лучшее качество местных – память, как у золотой рыбки. Нет риска, что Боб сдаст тебя Ольге Седовой. Наемница? Она опасна? Она решительная. Трущобы наизнанку вывернет, чтобы тебя поймать. Не только поймать. Типичная мозговая воровка. Лишь вышла и снова задела. Нилин! Нилин! Это ради тебя! Это ради тебя. При пересадке памяти высока вероятность, что ваш муж поправится, мисс Седова. Приятные общие воспоминания положительно влияют на пациента. Синдром, наблюдаемый у вашего мужа, хорошо изучен. Злоупотребление правкой памяти, зависимость от внешней мнемостимуляции. Высокий риск размытого самосознания. В общем, неизбежен распад уже фрагментированной личности. Вот так.
Эндорфины облегчат процедуру и увеличат его восприимчивость к пересадке. Ну же, Дэвид, вспомни нас! Вспомни себя! Пересадка памяти завершена. Не беспокойтесь, Нимфея — лучшая больница по мнемотерапии. Уверяю, все придет в норму. Со временем. Да, конечно. А, хорошо. Первые результаты радуют. Сейчас запланируем дальнейшие процедуры. Их будет много. Напомню, что курс лечения... Продолжайте, дорогой. Доктор. Я все оплачу. Высокий риск размытого самосознания. В общем, неизбежен... Вот так. Эндорфины облегчат процедуру. Тахикардия? Странно. Доктор, что не так? Он просто взволнован. Не волнуйтесь. Сосредоточьтесь на приятном. Ну же, Дэвид, вспомни нас. Вспомни себя. Рождённая летает, почему ты ползаешь? Что? Мухи меня жрут и ненавидят! Мразь! Как это вышло? Возьми мои глаза! Мерзкий выродок! Сдохни! Нет! 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 Пришла за твоей головой. Ты все еще хочешь остановить Меморайз? Да. Значит, враг у нас общий. Вот это поворот. В смысле, как удачно сложилось. Для всех. Думаю, у Ольги свои причины. Вообще-то, всего одна. Знаменитая Ольга Седова примыкает к террористам. Не как в напиток что-то подмешали. Я смогла поймать тебя, даже когда ты был молодым и быстрым. А то, что тебя сейчас нет в моем списке, еще не значит, что мы кореша. Не парься. Я отменю наш уикенд на двоих. Но Ниле нужно попасть в светский район. А на пути полно ботов. Есть идеи? У меня есть кое-что получше. Вот это та Нилин, что я помню. Волшебница. Никто так не может вскружить людям головы. Сначала бьешь меня, потом разваливаешь мой бизнес. Хотела добавить остринки в мою жизнь. Вуаля,
Мне пофиг, мы тратим время. Спасибо. Томми, правда? Ты никогда не проигрываешь. Эдж был прав, поставив на тебя. Мы все на тебя рассчитываем! Хоть в моей памяти пусто, мне тревожно от мысли, что Томми и Эдж очень рисковали, чтобы освободить меня. Они хотят покарать привилегированных Нео Парижа с моей помощью. Эдж говорит, что хочет провести тайную операцию в сердце элитного района Сан-Мишель. Стряхнуть как следует охраняемый квартал, посеять в нем семена революции. Почему бы и нет? Цели у него благие. И я постоянно думаю, что он точно был моим другом. Почему наши враги стерли мне память? Неужели я настолько опасна? Сердцем, головой, даже кончиками пальцев я чувствую биение силы, которая их так пугает. Она пугает и меня. Сила, позволяющая взять чужие воспоминания и изменить их так, как я захочу. Переписать историю жизни человека. Сыграть в Бога. Становится даже не по себе. Если эта сила была частью меня прежней, мне придется вспомнить все, что у меня забрали. Я должна вернуть свои способности. Добро пожаловать в квартал Сан-Мишель. Спасибо, что выбрали Эйр Седова. Удачи. Девушку не проведете? Увы, не могу. Есть кое-какие дела. Имя первой цели — Каори Шеридан. Мне нужны секретные коды из ее памяти. Кто она? Самый известный архитектор Нео-Парижа. Она помнит даже мельчайшие детали зданий, которые спроектировала. Как ее найти? Ты должна встретиться со связным по прозвищу Бак. Он ждет на верхнем ярусе ротонды Сан-Мишель. Просто прохожу мимо. Спокойно, Нелин, спокойно. Смотри, как живет элита. Держится за свои мелкие удобства, пока остальные страдают. Всего в нескольких метрах за баррикадой. Мы не выбираем, где и кем мы родимся. Я не эгоизм их осуждаю, сестренка. А стремление забыть все неприятное. Опаздываю, опаздываю. Боже, прошу прощения, мадам. Эй! Вы целы? Мне вызвать скорую помощь? Нет, 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 эй, я в порядке. Если вы захотите пожаловаться на меня, мой ID-образ сохранен вашим сенсином. Удачного дня. Наконец, я жду уже 20 минут. Со мной Рождество будет каждый день. Гадишь не на месте, ты у меня получишь. Не так на меня смотришь, я тебя найду, и ты у меня получишь. Никто не уйдет, никто не выстоит. Вы здесь живете? Да, да, наверное. Спасибо. К вашим услугам. Если возникают проблемы с памятью, включите киберкомпас перед тем, как выходить из дома. Стой, вон еще одна заблудилась. Мэм, вы в порядке? Вам помочь? Это она, беглая охотница. Так, патруль 17, опознана беглая заключенная. Ведем задержание. Оцепить периметр. Жми. Закончим с ней. Быстро скучился по боли. Ура!
убила. Хочешь еще? Что ты за отвлечься? Она мне крепко лезла. Будешь ты расстаться? Новичка? Мишка? Вижу, идешь поверху. К тебе возвращаются инстинкты. Кто эти? В форме. Отряд Сейбер. Частная полиция на зарплате у Memorize. С улыбкой подавляют бунты. Она где-то рядом. Прочесать тут все. Она профи. Смотрите в оба. Эй, террористка, я упрячу тебя в Бастилию. Дурацкой прической. Хочет стать охотником. Врубается в наше дело. А еще он твой фанат. Ты почти у ротонды, и Сейбер потеряли твой след. Отлично. Свобода, равенство, братство. Вы еще помните это? Чарли со своими замыслами. Вечно мечтает об утопии, но создает преисподнюю. Эта чертова сенсинг-сеть была лишь началом. Теперь посмотри, что стало. Он глава Memorize? Нет, он гений, который прихотливо продолжает изобретать, заперевшись в башне слоновой кости. Директор Memorize, его жена Сцилла Картье-Уэллс. Одна фамилия, две главы и тысяча причин нервничать. Немополис – образ светлого будущего. Нилин, охотница, я твой большой фанат. Спасибо. Я уже разведал маршрут. Не в первый раз затариваюсь в районе богатеев. Я ищу офис архитектора. Все здесь. Час назад я запомнил такой путь, чтобы дроны меня не сцапали. Просто возьми мои воспоминания. Такая честь, когда твои воспоминания взял профи.
Почти как автограф. Закончила? Все взяла? Да. Следуй за образом. Мнемофон покажет все нужное, чтобы обойти дронов и попасть в район элиты, где живет Каори Шеридан. Я расставил маяки по всему пути. Они покажут, где и когда нужно активировать мнемофон. И спасибо тебе, что не промыла мне мозг. На секунду я подумал, что ты сотрешь мне память. Буду помнить тебя. Он мой фанат. Привет, Мэри. Если все идет по плану, то мы с тобой недавно поговорили, и ты воспользовалась мнемофоном. Повторяй все за мной, и вскоре достигнешь своей цели. Надеюсь, ты готова, так что начнем. Твой сенсинг будет проецировать на мир мои воспоминания. С помощью перчатки ты сможешь синхронизироваться с ним для получения скрытой информации. Вот, синхронизируемся. Скоро увидимся. Будь осторожней, когда видишь дроны. Они вопросов не задают, если ты понимаешь, о чем. Не попадай в их конус обнаружения, и все будет тип-топ. Проблема лишь в том, как увидеть этот конус. Я собрал устройство, которое указывает границу конусов через мой сенсор. Так что включи мне мафу. Остался финальный прыжок. Черт возьми! Вот так делать не надо! Рождественская резня. Сборник моих лучших арестов. Без цензуры. С рождественской резней у вас будет Рождество круглый год. Кит Крисмас. Я его знаю. Он тоже охотник за воспоминаниями. Был. Он опозорил ваше дело. Мог бы стать гением, но продал душу за большие деньги. Карабкаться. Каори Шеридан любит размышлять о своих проектах на балконе. Следуй далее по мнемофону Бага. Чтобы перебраться на ту сторону, мы воспользуемся одним правилом, которое запрещает дронам вести сканирование через стену.
не отставай! Теперь подойди поближе к цели. А какие именно воспоминания нужны из головы той женщины? Мисс Шеридан курирует проект «Феникс» — глобальная реновация Нео-Парижа. Я хочу знать поподробнее о плотине Сан-Мишель. О плотине над кварталом? Зачем? Скажем так, я верю в силу естественного круговорота людей и товаров. Я проверял размеры. Знаешь что, образ нужно сбить. Не, я... Все не так на самом деле. Мне придется снова что-то менять. На чем я остановилась? Плотина? Нет, не плотина. Странно. Весьма. Ты достала коды безопасности? Передай их мне. Эдж, твой сигнал слабеет. Кто-то пытается увести наш канал связи. Постарайся забраться повыше. Скорее. Я пока поищу свободный канал. Нилин, ты меня слышишь? Нилин, слышишь меня? Я обошел ПО Кида. Отправляй мне коды. Хорошо, передаю. Отлично. Осталось лишь взломать сервер плотины Сан-Мишель. Попалась на горячем. Стыд и позор. Нилин, столько лет, а ты все не на той стороне. Мы знакомы? Ты была одной из лучших охотниц за памятью. Прям отличницей. Но ты выбрала не ту дорогу, и посмотри, кем стала теперь. Преступницей. Изгоем. С промытыми мозгами. Иметь политические идеалы теперь не модно. Ты всегда так плюешься, когда говоришь? Или только в прямом эфире? Ты всегда была громкой и дерзкой. О, мне это на руку. Самое время для моего шоу! Нет правил, нет нарушений.
работа! Ладно, ты заслужил обработку моими молотами. Пора поприветствовать мой спамит! Да! 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 Номер один! Спорю, ты их все почувствовала. Зацени-ка. Спорю, ты их все почувствовала. Неплохо, девчонка. Ты дожила до финала нашего шоу. Заткнись и дерись. Отличное предложение. А теперь... бой насмерть! Ну же, давайте! Это все! Громче! Громче! Я Кит Крисмас! Давай, ты же можешь! Зацени-ка! Как тебе такой подарок от меня? Держи подарок! Жри грязь! Прошло, а ты все не на той стороне. Нет, не здесь, не перед фанатами. Нет, 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 постой, давай договоримся, я дам тебе. Спасибо, что отправила мне коды. Контратака эрористов состоится через несколько минут. Воспользуйся всеобщим замешательством и поспеши в трущобы 404. Меня зовут Нелин. И в этот раз вы меня запомните. Этим утром в 10:47 произошел взрыв на плотине Сан-Мишель, о чем оповестил рев сирен, после чего миллиарды литров воды из искусственного озера Сен-Луи было сброшено в тихий и мирный квартал Сан-Мишель. Как вы можете увидеть на этих сенсинг-кадрах, гигантская волна смела все на своем пути. Пока сложно оценить масштаб катастрофы, однако власти Нео-Парижа уже сообщают о десятках погибших и нескольких сотнях пропавших без вести.
Для жителей трущоб 404, которые находятся по другую сторону плотины, понижение уровня воды также не обошлось без последствий, хоть трущобы всегда были неспокойным местом. В район и на его периферии уже отправлены отряды «Сейбр» для подавления возможных бунтов. Кроме того, осушение озера Сен-Луи прервало изоляцию Бастилии, в которой содержатся наиболее опасные преступники Нео-Парижа. Не переключайтесь. С помощью кодов, которые я украла, Эдж взорвал плотину Сан-Мишель, затопив элитный район. Он считает, что лишь этого достойны те, кто заботится только о себе. Почему я сделала то, что он хотел? Я бы могла уехать. Придумать себе новую жизнь. Но я захотела вернуться, чтобы стать врагом общества. Может, это часть меня? Справедливо ли мы поступили с жителями трущоб? Или мой поступок лишь обрек их на еще большие страдания? Только солдаты считают, что цель всегда оправдывает средства. Эдж рассказал, что моя память хранится в Бастилии со дня моего ареста. Мне придется отправиться туда и узнать, кто же я. Единственный способ попасть в Бастилию – вооружиться памятью одного необычного жителя трущоб, найти которого мне поможет Томми. Беда в том, что никто не знает, кто он такой и где прячется. Хорошо. Томми поможет тебе вернуться в Бастилию. Возвращайся в его бар. А он не мог это сделать утром? Нет. Сначала нам нужно было слить воду с нижних уровней трущоб. А у тебя все схвачено. Все как-то неудачно обернулось. Квадратная челюсть и штаны в обтяжку. Трейс обещал, что решит эту проблему и брать пленных не будет. Пока спасательные бригады сражаются с наводнением в Сан-Мишель, загадочный глава террористов, известный как Эдж, взял на себя ответственность за эту невероятно дерзкую диверсию. Сорвавшийся арест террористки Нилин, эксцентричной подружки Эджа и похитительницы памяти подтверждают его слова. С вами Мэгги первая рассказала. Неполиткорректные новости и прочий трёп. Сегодня мой диванчик греет капитан Габриэль Трейс. Нечеловечески серьезный глава Сейбр. Приветик, капитан. Как вы относитесь к угрозе террориста? Мы наблюдаем агонию этого ребенка. Слушай, это слишком пусто. Yeah!
Реклама. Я ее уже видела. Это хороший знак. Значит, твоя основная память сохранилась после лечения. Панду Джекса представляет вам Happy Place. Happy Place – место для веселья. Более современная модель. Не пропустите лучшую игрушку сезона. Панду Джекса представляет вам Happy Place. Happy Place – место для веселья. Джекс присмотрит за вашим... Нилин, я жду тебя в мозговой тече. Надеюсь, смогу помочь тебе найти Джонни. Джонни? Джонни Гингивит, ночной бабайка трущоб 404. Он помнит старые катакомбы под Бастилией. Во всяком случае, так Эдж говорит. Ладно, возвращаюсь. Что это было? Счастья нет. Лепарями. Они умеют мгновенно исчезать. Я уже давно перестал удивляться всякой чертовщине, которая лезет из туннелей. Я скоро буду. Будь настороже, ладно? Поддерживал и отстраивал себя заново. Сегодня мы отвечаем на возникновение лепарей проектом возвращения. Наконец-то будет решено. Революция от создателей центра. Мемора. Победа. Будет.
будет больно. Терпи, Нилин. Вот и я. У тебя тут все хорошо? Мать моя! Валите кости глотать! Первый пропал, третий другой! Мать моя! Прямые гады! Ну, получи-ка! Уж лучше крысы! После потопа открылся старый вход в подземку. Эти гады так и лезут оттуда. Они повсюду. Если хочешь найти Джонни, придется зайти дальше, на территорию лепарей. А их толком-то и не напугать. Задержи их на минутку. Я смешаю особый коктейль. Мой фирменный. Серьезно, Томми, узнай уже, почему тебя клиенты не любят. Крутяк! Чем ты разозлил их, Томми? Нилин, все готово, сюда. Я зову его Ржавый Болт. Сам придумал. Не стесняйся, девочка. Подари всем любовь. Спасибо. Целься в кабели. Отрежь их. Сломай все замки на двери. Нужно закрыть туннель. Только с дрянью снова закрыта пробкой. И это все? Чё, кишка танка? Хочешь помочь? Оставайся тут, поможешь с ремонтом. Извини, не могу. Есть одно дело. К Джонни Гингивиту. И как же милый парень сможет найти мокрую, вонючую дыру лепарей? А? А, вот как.
Жаль, что так вышло с баром. Будь осторожна, Нилин. Приближается буря. Не дай ей тебя смести. Эй, Нилин, как дела? Вау, вы с Эджем ничего так пошумели. Весь город просто в панике. Да. Сегодня все шутят на эту тему. Ладно, ладно, круть. Мне надо идти. Походу, меня тут пасут. Буду помнить тебя. Всего одна доза, один укольчик. Бояться нечего! Джонни? Джонни Гингивит? Еще укольчик! Доктор, я ранен. Иди к кабине через вагоны. Найди аварийный тормоз. Что это за тварь? Возможно, новая мутация. Или какая-то разновидность лепаря. Его разум будто
кипящее море ненависти и страданий. Уходи скорее из метро. Там обитает куча разных тварей. Оцени-ка безумие нашего поколения. Здесь когда-то жили семьи. Правительство выселило их, чтобы построить плотину Сан-Мишель и изолировать Бастилию. Ты слышал? Слышал, да? Да успокойся ты. Дергаешься, как кот драный. Это наша последняя смена. Потом этой помойки не станет. Ладно, Джонни, посмотрим, как ты прошел. Бастилия уже совсем близко. Здесь жили люди. Изгои и неудачники. Им пришлось уйти подальше после строительства Бастилии. Отлично, Нилин. Еще сотня падений, и ты на месте. Thank you.
Бастилия. Самая знаменитая тюрьма Европы. У ее пациентов забирают память при поступлении и возвращают ее только после окончания срока. Лишившись прежней жизни, пленники Бастилии верят, что бежать им некуда. Этой извращенной системой наказания управляет мадам, безжалостная хозяйка Бастилии. Она владеет умами заключенных и является единственным ключом к серверу мнемотюрьмы. Именно в Бастилии я оказалась после ареста вместе с другими эрористами. Теперь Эдж снова отправляет меня туда, чтобы освободить товарищей и вернуть мою память. Должна признать, мысли о возвращении вызывают у меня надежду и ужас одновременно. Доступ к серверам Бастилии есть только у мадам. Нужно найти эту стерву. Узнай, где она. Ты меня оттуда вытащил, а теперь просишь вернуться. Эрористы рассчитывают на тебя, Анилин. Тебе нужно добраться до сервера и освободить их воспоминания. И свои тоже. Тогда мы восстанем из пепла и нанесем ответный удар. Дроны. И мнемофона у меня нет. Лепарь уничтожил дрона? Вот так стычка. Я не справлюсь с этими дронами. Есть идея. Посмотри, нельзя ли снять модуль обнаружения с этого дрона? А ты везучая. Твой сенсинг теперь будет показывать всех дронов поблизости. Очень удобно. Тюрьма с человеческим лицом. Замечательная ложь. Слепые машины в качестве автотюремщиков. Запах. И шум. Действуют на нервы. Чтобы попасть в тюрьму, нужно перехватить пустую камеру и использовать ее как лифт. Эта камера напоминает мне о чем-то очень плохом. О, я помню это место. Безнадежность. Словно мне не сбежать. Чем ниже тебя держат, тем больше у тебя забирают. Они стирают память так же, как в старых тюрьмах отнимали шнурки и пояса. И как... низко я была. Эй, сестренка, Нилин,
Эти стены над тобой больше не властны. Сержант Воган, я весьма ценю вашу работу. Однако у меня есть требования к подопытным, которых вы мне приводите. Мне они нужны здоровыми, а не травмированными. Да, да, вообще пофиг. Главное, форму заполни. Уведомление. Мадам и доктора Куэйда ждут в блоке допросов. Расскажу-ка я о нарушении стандартов мадам. Посмотрим, что она думает об этом. А, да ну, скатертью дорога, урод. Я его знаю. Сержант Воган. Самодур. Хуже некуда. Он знает всю систему безопасности, все ее глюки и способы обхода. Иди за ним и укради его секреты. Только так мы сможем добраться до мадам. Ну, приветик, красотки! Начнем-ка личный досмотр! Закончим с ней, быстро! Она нужна живой! Все. Что за хер? Сука драная! И это... Я выбрал! Это тебе за то, что ты со мной сделал! А это! За остальное, чего я не помню! Вот и все, сестренка. Ключ от королевства у тебя. Бастилия наша. Дополнительная правка памяти начинается на этажах с 13 по 17. Директива 1242. Задерживаю беглеца. Сбегся. Что ты сделал? Подлечимся. Что за... Сходимся! Нравится? Нужна перезагрузка! Что за... Зайди сбоку.
И это... Когда вернул свою память, можно выбросить из нее Вогана? Не хочу помнить этого засранца. Прошлое не сможет тебе навредить. Важно лишь то, что здесь и сейчас. Мадам, в раздевалке для охраны был посторонний. Говори точнее. На сержанта Вогана напали. Его память стерта. Я хочу, чтобы вы поймали гостью. Удвоить охрану. Я включу мозговой нейтрализатор. Только я здесь имею право играть с памятью. Только я! Глаз меня не просто заметит. Держись подальше от света, Нилин. Кнопки и вжух, камеры уходят на обслуживание. Тут можно только после обеда спокойно поспать. Целостность камеры нарушена. Пожалуйста, сообщите служебному персоналу. Целостность камеры нарушена. Пожалуйста, сообщите служебному персоналу. Ждут в блоке допросов. Ты слышала? Камеры допросов где-то рядом. Поспеши. Что за херня?
Мадам, ты один из тебя. Положение готово. Так. Комнаты для допросов должны быть там. Охотники за памятью так наивны. Используйте свой дар для мелких краж. Бедный мышонок. Я покажу тебе, что такое игры с памятью. И когда я закончу, ты будешь думать, что всегда обожал меня. Нет, никогда! Тихо! Скоро ты сам по своей воле умрешь ради меня. Сейчас или никогда. Получи доступ к серверу тюрьмы. Правда думал, что твои жалкие способности спасут тебя от тюрьмы? Боже мой, Эдж, это же Бак, они его взяли! Не отвлекайся, мы освободим его позже. Следуй по мнемофону, мадам, к серверу воспоминаний. Ужасное состояние последних добровольцев. Воган значительно снизил стандарт. Эдж, я на месте. За дело. Ты лучшая сестренка. Я серьезно. Сейчас ты должна быть рядом со входом в центральную башню. Там находятся серверы с воспоминаниями. Используй память мадам, чтобы попасть внутрь. Сентин Ваути! Сентин Ваути! Вместе! Я попался! Я тебя надолго упакую. Зайди сбоку! И это... Кто-то извне помог Нелин. Изолируйте Бастилию от общей сети. Отключил 10 минут назад. Не облажайтесь снова, сержант Воган. Во всем Куэйт виноват. Этот клоп в своей лаборатории делает, что хочет. Не вмешивайте в это доктора. Из-за побега подорвана репутация всей Бастилии. Да, мадам. Свяжитесь с Ольгой Седовой по шифрованной линии. Для нее есть работа.
Тук-тук. Попалась. Только я здесь имею право играть с памятью. Только я! Он работает против меня. Эдж, здесь происходит что-то странное. Эдж тебе не поможет, милочка. Игра началась. И сейчас настал мой черед. Нилин, Нилин, моя неукротимая малышка. Ты вернулась. Я так рада. Ты что, расстроена, милочка? Ну тогда хватит играться. И приходи ко мне. Я жду. Нилин, скучала по мне? Неплохо. Мнемофон с капканом. Я знала, что тебе понравится. Я пришла вернуть свою память. Все здесь. Нужно лишь взглянуть. Играми меня не напугать, мадам. Посмотрим, милочка. Посмотрим. Приготовила новую игру специально для тебя. Как насчет частного урока? Ты так ничему и не научилась. Играем в другую игру. Так легко не отделаться.
ничего не получается, не так ли? Меня не скрывает. Твое сопротивление так увлекает. Иди ко мне, Нелин. Найди меня, если сможешь. Лучше соберись-ка. Жалкое зрелище. Боготвори меня! Это все, на что ты способна? На колени! Обожай меня! В этот раз ты останешься здесь навсегда. Урок закончен, миссис Мадам. Отмена протокола ограничения памяти. Идет синхронизация с носителем исходной копии. Ты справилась. Ты возродила революцию эролистов. Все наши братья снова обрели память. Столько заключенных с промытыми мозгами. И теперь каждый вернул украденные воспоминания. Это возрождение. И с началом этого возрождения их разум полон гнева. Но обретенная свобода требует незамедлительных действий. Те, кто так долго был в заключении, стали крепче в неволе и поднялись из хаоса, восстанавливая человечность. Ничто их не остановит. А где мои воспоминания? Я ничего не чувствую. Не переживай. Сервер здесь точно хорошо работает. Скоро придет и твоя очередь. Есть пробелы, я чувствую. Слепые пятна. Нет цельной картины. Что-то не так. Видимо, мадам куда-то перенесла твою память. О, боже! Преступление! Я помню! Я убила его! Сэр, скоро начнется церемония. Мы идем в ваш офис. Знаю, дайте минуту.
Вызов, Алексия. Абонент не отвечает. Оставьте сообщение. Алексия, да позвони ты мне. Весь Париж будет наблюдать за моим назначением. Ты не можешь меня так бросить. Ты нужна мне. Сообщение записано. Эгоистичная сука. Эгоистичная сука. Я давала тебе больше, чем брала. Посвятила лучшие годы. Херня! Ты погубишь мою карьеру еще до ее начала. Потому что не буду рядом на фотографии? Да очнись ты. Я не хочу больше притворяться. Алекс! Даже не смей уходить! Да пошел ты, Фрэнк! Алекс! Я давала тебе больше, чем брала. Посвятила лучшие годы. Херня! Ты погубишь мою карьеру еще до ее начала. Потому что не буду рядом на фотографии? Да очнись ты. Алекс, даже не смей уходить! И что, убьешь меня? Ты даже стоять ровно не можешь. Да хватит уже, он всегда на предохранителе. Алекс! Сэр, мы готовы проводить вас в здание администрации. Нельзя задерживаться. Ублюдки! Вам это на меня не повесить, это случайность! Я вам не дам похмыляться! Прости меня, Алекс. Прости меня. Ладно, Фрэнк, ты выиграл, я... Фрэнк! Набег на Бастилию не дал ничего, кроме очередного обмана и эмоционального опустошения. Да, правление мадам закончилось, но я так и не смогла докопаться до своего прошлого. Без своих воспоминаний я лишь могу слепо полагаться на слова Эджа. Хоть увиденная в тюрьме жестокость и оправдывает эрористов, я все равно страдаю, вспоминая о совершенном мной преступлении. Я довела человека до суицида. Что еще я натворила? Что-то еще хуже? Эдж видит только повод для триумфа. Наши освобожденные товарищи вспомнили свое призвание и снова борются с Энсином. Теперь он хочет ударить по сердцу проекта возвращения и уничтожить Меморайз раз и навсегда. Так каков план? Напасть на королеву Улья, Сциллу Картье-Уэллс, главу Меморайз. Я перемонтирую ее взгляд на мир, изменю прошлое и смягчу ее сердце. И я спрашиваю себя, победа стоит того, чтобы лишиться души? Можно ли одним преступлением исправить другое? Старая Нилин, кажется, знала ответ.
А новая Нилин понятия не имеет. Ты проникнешь в центральный офис Memorize, найдешь эту гадину Сциллу и положишь конец ее проекту возвращения. Раздави ее напрасные надежды. Положи конец ее армии из лепрей. Скорее. Это наш последний шанс ударить Memorize прямо в мозг. Еще одно поручение? Я тебе не девочка на побегушках. А я не твоя совесть, Нилин. Ты свободна, как и все другие. Сейбер до службы чистки канализации. Они станут служить на благо общества. Проект возвращения компании... Я узнаю это место. Ответ человека... Тут все разрушено. Террористы устраивают беспорядки по всему городу. Воспользуйся ситуацией, чтобы попасть в офис Сциллы. Больше нет причин бояться лепрей. Скажи, Эдж, как ты завербовал меня в эрористы? Томми сказал, что однажды ты пришла в его бар. Неприкаянная душа посреди целого океана сожалений. Сказал, будто сразу понял, что тебе суждено было стать одной из нас. Но разве можно нынче доверять его памяти? Иногда мне кажется, что ты больше поэт, чем революционер. Может, в другом мире так и было бы. Жители Нео-Парижа, у вас больше нет причин бояться лепрей. Благодаря проекту возвращения они получат места в различных организациях. Ясного неба – это большая роскошь для нас. Эдж, разрушения от потопа просто ужасные. Помогите! И это все мы. Весь мир тонет, и только ты можешь бросить нам спасательный круг. Ты говоришь загадками. Ты мой скальпель, Нилина. Оружие против планеты, покрытой опухолями. Скальпель. Любопытная метафора. Эдж, я у здания Memorize. Нижние этажи затоплены. Ну и как мне попасть внутрь? Разве я тебя когда-нибудь подводил? Тут есть выход на крышу. У меня все схвачено. Если у тебя все под контролем, как я оказалась в тюрьме? Вы первыми это узнали.
План не работает. Есть запасной? Я взломал их систему связи. Здание заблокировано. Теперь найди капитана Трейса и укради у него коды доступа. Осторожней, сестренка. Он очень опасен. Ладно. Я сделаю. Где мне его искать? Секунду. Определяю его положение. Сыграем в одну игру. Ты сдаешься, а я все равно в тебя стреляю. Эдж? Капитан Трейс. Он нашел меня. Идет с корзиной полной угощений. Большой и страшный серый волк там прятался в лесу. Но как же велики и блестящие клыки! Вот щелкнет он зубами, и сказочки конец! Мелин, какие же у тебя маленькие ступки. Серьезно?
Только беги! Врубайте платиновок! Хватит играть с этим уродом. Если он тебя поймает... Все, хватит комментариев, спасибо. Укради код у этого болвана и пойдем к Сцилле. Так, есть идея. Будь осторожна, Трейс весьма крут. Так вот какой у тебя план. Вечно прятаться. Хватит, Нелин, покажи. Правда думаешь, что убежишь? Шла по тропинке. Красная шапочка. И несла корзинку, полную тумаков! Чёртова охотница! Что ты украла у меня? Ладно, Эдж, Трейс вышел из игры. Я нашла код доступа. Нет времени ликовать, сестренка. Теперь нужно найти Сциллу Картье Уэллс и убедить ее остановить проект возвращения. Поспеши. Трейс только что нашпиговал офис пулями. Тупица. Слушать меня, гниды переделанные. Отрабатывайте свои задницы. Взять ее. Да. Да! Взять ее. Взять! Балуемся немного нейромантией. Включаем мнемофон. Пусть зазвучит поломанная память капитана Трейса. Первая цифра — это вторая по счету.
Вторая – температура замерзания. Третья – сколько у нас чувств? Четвертая – с ногами паука. Вот и оно. Возвращение. Главный проект Сциллы Картье Уэллс. Лепарей превращают в послушных рабов. Найди эту стерву и вытряси всю дурь из ее головы. Прекращайте поясничать и возвращайтесь к работе. Ваши семьи защищает Сейбр, а у нас строгий график, которого нужно придерживаться. Страх и разлад нам только помогают. Потоп дает нам прекрасный повод запустить проект возвращения. Расчеты показывают двузначный рост прибыли в следующем квартале. Нужно оседлать эту войну и ждать, когда она вынесет нас вперед. Что ж, госпожа Картье Уэллс – высокомерная стерва. Эдж, я нашла ее офис. Знаешь, эта женщина была очень хорошей до аварии. Может, помогу и забыть? Шрамы на теле не исчезнут. Нет, лучше заставь ее взять вину на себя. Избавь ее от злобы. Она должна перестать ненавидеть мир за то, что с ней произошло. Приступим. Филипп. Приготовь список всех сотрудников, которые покинули места без моего разрешения. Да, мэм. Что-то еще? Пока все. Жалкие овцы. Не можете стерпеть даже малейший дискомфорт. Вы будете мечтать, чтобы вам стерли плохие воспоминания, как умирающий в пустыне мечтает о воде. Ваше отчаяние сделает меня богатой. Я не боюсь. Я никогда ничего не забываю. Дорогая, все хорошо? Ты давно должна была приехать. На кольцевой ремонт. Пришлось поехать через Нео-Бельвиль, а там пробка. Нашла Джекса? Джекс! Да, нашла. В следующий раз ты занимаешься днем рождения дочки. Она стала невыносима, как увидела свой подарок. Подари его сейчас, позязя. И весь день был в лаборатории. Ты успела прочесть мою записку во мнемотерапии? А мы с мамой были в магазине. Привет, моя умничка. Обещай, что будешь слушаться маму, хорошо? Чарльз, дорогой, я не думаю, что клиенты примут твою идею. Вот хранение воспоминаний, мне кажется, более успешным предложением. Ты представляешь какие-то возможности?
управление памятью людей. Давай об этом завтра поговорим, окей? Хоть сейчас и было бы неплохо, чтобы твоя дочь забыла о своем дне рождения. Хватит, Милин! Успокойся сейчас же! Получишь подарок дома! Нилин, сядь и не шуми! Смотри! Нилин, сядь на место! Нилин, да сядь ты уже! Детский замок активирован. Мама просто заботится о тебе. Не делай так больше. Хорошо? Дорогая, все хорошо? Ты давно должна была приехать. На кольцевой ремонт. Пришлось поехать через Нео-Бельвиль, а там... Нашла Джекса? Джекс! Да, нашла. В следующий раз ты занимаешься днем рождения дочки. Она стала невыносима, как увидела свой подарок. Подари его сейчас, позёзё. Ты смешной. Ты успела прочесть мою записку о мнемотерапии? Чарльз, дорогой, я не думаю, что клиенты примут твою идею. Вот хранение воспоминаний, мне кажется, более успешным предложением. Вот бы я так могла. Ты представляешь какие-то возможности? Ты хочешь кушать? Давай об этом завтра поговорим, окей? Хоть сейчас я... и было бы неплохо, а чтобы твоя дочь цвет? Забыла о своем дне рождения. И у меня. Хочешь со мной погулять? Что это? Дерьмо! Запись! Плохое слово! Папа меня убьет! Мама? Нилин? Все хорошо! Все нормально! Это моя вина, милая! Нога! Мама! Мама! Нилин! Твоя нога! О, милая! Это же не твоя вина. Мне стоило быть внимательной. Еще и в твой день рождения. Бедная девочка, прости меня. И ты меня прости. Ирония судьбы, да? Глава Меморайз отказывается забывать худший день в своей жизни. Я забыла. Все забыла. Мэм, рядом с вами был замечен агент террористов. Отряд уже выслан. Спасибо, Филипп. Я готова их встретить. Жизнь нас разлучила.
Но ты всегда будешь моей дочерью. Я никогда не причиню тебе зла. Мама, я... Уходи! Беги! На крышу! Скорее! Я буду помнить тебя. Филипп? Завтра утром мы займемся новой стратегией для проекта возвращения. А пока... Идите все домой. Идите к семьям. И ты тоже, Филипп. Конечно, мэм. Спасибо, мэм. Я дочь Сциллы Картье-Уэллс. Я потерянная наследница династии Мемурайз. Это какая-то плохая шутка. Стоило мне нащупать почву, определиться с целями, как я снова оказалась посреди моря неопределенности. Что за странную игру ведет Эдж? Могу ли я ему доверять? Он все же надеется доказать мне, что борется за справедливость. В последний раз я доверюсь ему и пойду туда, куда он укажет. Он сказал, что наиболее позорные секреты Мемурайз спрятаны под Бастилией. Это стало оправданием для того, чтобы перемонтировать память моей матери. А я даже не помнила ее. Пожираю свое прошлое, чтобы создать лучшее будущее. Я устала бегать. Мне нужны ответы. Нилин. Нилин. Я не хочу сейчас разговаривать. Бак все еще у них. Доктор Себастьян Куэйт держит его под особым охранным протоколом. Найди Бага и освободи. Давай на чистоту. Я сделаю это ради Бага, а не ради твоей цели. Перед тобой есть лифт. На нем можно спуститься под Бастилию. Там ты все поймешь. Самый приятный вариант. Но пускай так. Нежное удушье! Нежное удушье! Нежное удушье! Вуга! Тебе придется взломать по пути несколько замков. У Бага был криптоключ, он без него из дома не выходил. Сейчас он должен быть в хранилище для личных вещей заключенных. Где я нахожусь? Там, куда отсылают всех перспективных подопытных. Я снова здесь. И это твоя вина. Контрольный пункт активен. Пожалуйста, отойдите, чтобы стекло могло закрыться. Так, я нашла криптоключ Бага. Отлично, с ним ты сможешь вскрывать замки. Дай угадаю, я узнаю, что Баг мой брат, или типа того. Ты
обращаюсь к вам, чтобы объявить о немедленной остановке проекта возвращения. Он совсем спятил. Доктор, у меня в голове. Бак, мы тебя вытащим. Камера закрывается для перевода пациента. Пожалуйста, отойдите. Пациент без сопровождения в закрытой зоне. Узнать, откуда взялись лепари. С этого он начал. Потом узнал, что лепарей можно контролировать при помощи сенсина. И так возник проект возвращения. Теперь этот безумец внедряет в них элементы собственной психики. Вот дерьмо. Будет целая армия куэйдов лепарей. Ладно, мы остановим его любой ценой. Найди камеру Бага. Его память приведет тебя прямо к Куэйду. Хорошо. Я иду, Бак. Я тебя вытащу. Держись, Бак. Я уже близко. Бага переводят. Взломай систему распределения камер.
О, Господи! Что с тобой сделали? Милин, ненавижу, что себя не... Пропавшая сестра. То, что собирались сделать с тобой, тогда я тебя спас. Это ужасно. Мы должны все остановить. Извлеки его память. Это единственный способ. Прости, брат. В этот раз я влезу в твою голову без разрешения. Так пусто и правдиво. От него ничего не осталось, лишь чужие воспоминания. Они стерли все, что было до его ареста. Остальное не его. Здесь это стандартная процедура. Я заберу его с собой. Емкость памяти недостаточна. Начат перевод подопытного в санитарную яму. Бак! Я должна спасти Бага! Сейчас ты ничем ему не поможешь. Иди по украденным мнемофонам. Они приведут тебя к доктору Койдо. Это его тебе нужно остановить. Так ты тоже охотник за воспоминаниями? А, конечно. Тебе далеко до твоей подружки Елены. Но и ты очень интересный экземпляр. Выделив то, а что делает тебя особенным, я еще чуть-чуть продвинусь в понимании расстройств памяти. Что они с ним сделали? Под моим контролем ты избавишься от близорукого индивидуализма и откроешь бездны когнитивного резонанса Лепери. Я завидую тебе, честно. Не давай боли поглотить тебя. Теперь мы можем подавлять ее, воздействуя напрямую на нервные окончания. Очень удобно, как тебе, так и мне. Правда? Они превращают заключенных в лепарей, а лепарей в своих питомцев. Куэйт. Ну ты и мразь. Настоящее чудовище — редкость. А доктор Куэйт увлечен ими. Он не заслуживает жить. Скоро встретимся. Думаю, это может быть началом долгой дружбы. Вниманию персонала лаборатории. Не следуйте распоряжениям доктора Куэйда. Больше ты ни для кого ничего не решаешь. Себастьян, послушайте. Возвращение – тупик. Теперь я в этом убеждена. Имплантация чужой личности в раздробленное сознание человека не может быть хорошим решением. Если я остановлюсь, тысячи лепарей вернутся к исходному состоянию. Вот что такое возрождение. Мы остановим проект. Что? Что это было? Thank you.
Подопытный номер 84178. Нилин, террористка. Перевод подтвержден. Помещение. Цвет стен. Я здесь была. Вернуться еще раз в ад. Это место, где они пытались разобрать меня. Чертов флешбэк! Я только что увидела саму себя. Это место – настоящий чертов котелок. Возможно, хорошо, что ты забыла все, что здесь было. Эй, это ведь ты вытащил меня из этого ада. Я всегда буду благодарна. Достаточно слов. Сейчас самое главное – остановить доктора Куэйда. Охотница. Вовремя. Себастьян! Джонни Гингивит здесь? Я уже говорил, что Джонни помнит множество вещей, которые остальные предпочли забыть. Я узнаю этого Зорна. Чуть до инфаркта не довел. Смотрите, как она пытается погасить свет новой эры. Ей бы хотелось, чтобы мы продолжали жить в сумерках индивидуализма. Идите, дети мои, покажите ей мои мечты. Ее разум
меня больше не интересует! Я хочу ее крови! Убейте ее! Уничтожьте! Вот о чем мечтал Чарльз! Ощути силу коллектива! Помешает мне закончить мою работу. Иди, охотница, за воспоминаниями. Больше не будешь. Нилин, слышишь? Мы тебя вытащим. Куэйта, больше нет. Спасибо. Да, спасибо, охотница. Спасибо, что открыла двери. Джонни Гингивит. Так ты был не подопытным. Ты доктор Гивит. Так пусто, так правдиво. Прошлое похоже на чужбено. Я постараюсь, чтобы все узнали, что с тобой здесь делали. Мы были монстрами, но были свободны. Он хотел превратить нас в его рабов! Куэйт мертв. Все закончилось. Код черный принят. Запущена процедура самоуничтожения. Да, все кончено. Себастьян ответил! Теперь твоя очередь, охотница. Потом моя. Весь этот ужас пропадет в огне! Поцелуй наш мультиразум! Удалить! Очищение! Самоуничтожение лаборатории. Скоро здесь все взорвется. Убирайся оттуда.
туман Бастилии рассеялся. Теперь я все вижу ясно. Меморайз, Сенсин, Лепари, эти ужасные тайные эксперименты. Все связано. Я готова разрушить фальшивую утопию, разорвать ее в клочья. Нужно попасть в центр Мнемополиса Чарльза Картиуэлса и найти мыслительный куб. Там, в синем свечении центрального сервера Меморайз, надежно хранится проклятие Сенсина. Мне ничто не помешает. Ни машины-убийцы, ни бормочущие лепари, ни отец, которого я не помню. Развали Меморайз к черту. Пускай люди забудут даже фамилию Картье Уэллсов. Как все закончится, выпьем за Дэвида. Спасибо, Ольга. Вау, вот эта женщина. Нужно было тебе ее пораньше завербовать. Так, соберись. Тебе нужно найти главный пост охраны Мнемополиса и проникнуть туда. Мы должны переналадить... О боже, нет, восстановить... Черт! Я знал. Думаю, я знал. Как же там... Та женщина! Я знаю ее! Она опасна! Она здесь уже была! Нет, она была... Остановите ее! Остановите ее! Давайте! Схватите! Остановите ее! Хватай ее! Хватай ее! Трейс? Безумный и несокрушимый. Везет мне с недругами. Найди нашего любителя загадок и укради коды доступа к мыслительному кубу. Хорошая новость, капитан идет пешком. А плохая? Его память раздроблена. Он почти превратился в лепаря. Поспеши! Как мне его поймать? Он идет к главному посту охраны на 103 этаж. Догони его на грузовом лифте. Включено ручное управление. Пожалуйста, во время спуска не подходите к краю платформы. Thank you.
Значит, Трейс сохранил свой пост. Он скрывал свою болезнь. Но он вот-вот сдастся. Найди его скорее. Общество, единственная цель которого забыть свои ошибки, не может выжить. И это создали мои родители. Ты не такая, как они. Кроме того, я твоя настоящая семья, так? Да, нам после всего этого нужно будет встретиться. Да, когда все закончится. Пока же я жив только благодаря осторожности. Понимаю. Внимание у жителей. На нескольких этажах возможны сбои в электроснабжении. Наши сотрудники уже заняты ремонтом. Приятного дня. Трейс уже, наверное, у главного поста охраны. Найди его скорее. Это Ах! Все были везде! Бегите! Там можно пройти! Здесь опасно! Не стой там! Ну давай! Чтобы получить экстренную помощь, введите личный номер. Я Трейс. И сейчас я впереди тебя. В этот раз десантный корабль тебя не спасет. Говорит Чарльз Картье Уэллс. Если вы слышите это, значит, оборона нашего убежища в Немополис прорвана. Сохраняйте спокойствие и... Спасательные пайки будут автоматически отправлены на каждый жилой этаж. Игра окончена. Слишком поздно. Он стал одним из них. Я все еще хочу обыскать его разум. Вдруг что? Коды у тебя? Только обрывки и эмоции. Но у меня есть фрагмент другой загадки. Может, еще одна мнемоника? Его память смешалась с памятью лепарей. Ты о чем? О том, что тебе придется просеять мысли двоих мутантов и найти остальные части головоломки. Это единственный шанс добраться до мыслительного куба. Возгорание утопленных резервуаров в ангаре. Они убежали. Немополис, в сердце бури спокойнее всего. Помните, мы никогда не забываем о том. Множественные сбои электросистем. Ах!
Хорошо. Я смогу собрать мнемоники Трейса. Молодец, сестренка. Теперь иди к главным воротам и войди в мыслительный куб. Ваши жизненные показатели пугают. Почему-то мне жаль видеть засранца в таком состоянии. Не хватает! Но теперь я не контролирую свои действия. Меморайз – будущее человечества. Вот так скромность. Убрать ошибку в Меморайз. У человечества голова высоко. Итог эволюции смотрит на то, что было до него. Вот тогда-то и будет раскрыта тайна. Жена слушается мужа, но отворачивается от ребенка. Муж восхищается женой, но больше не слушает ее. Дочь любит заботливого отца, как и скупую на ласку мать. Милый семейный портрет. Защита мыслительного куба снята вручную. Запущены протоколы ограничения. Сезам, откройся. Последняя крепость Чарльза захвачена. Вперед! Thank you.
Угадай, пап, кто вернулся? Я должна выступить против отца, но моя судьба туманна. Мой путь лежит среди теней. Раньше я была эрористкой Нилин, которую ненавидели и боялись. Я могла менять чужие воспоминания. Раньше я была обожаемым ребенком Картье Уэллсов, почитаемых обществом, которое они создали. Тени и свет. Я должна восстановить все, что было разрушено, исправить ошибки моей семьи, пока хаос не поглотил все вокруг. Теперь моему отцу придется испить горькую чашу правды, предназначенную для всего мира. Эдж указывает мне путь, и я готова идти. Мыслительный куб. Источник этого безумия. Сейчас мы покончим со всем. Отступать некуда. Расскажи мне про моего отца. Чарльз Картье Уэллс уже много лет живет здесь отшельником, мечтая о светлом будущем. Именно здесь был создан H3O. H3O? Центральный сервер Memorize. Место, где хранятся все воспоминания. Туда может войти только твой отец. Так что действуй. Убеди его впустить тебя. За дело. Голоса. Это твой отец. Он сохранил для себя многие из твоих детских воспоминаний. Отвратительно. Гений и отчаяние. Опасное сочетание. Сцилла, ты пережила ужасное. Не надо после этого отворачиваться от семьи. Позволь помочь тебе. Мое изобретение позволит тебе забыть все плохое. Папа, завтра мой день рождения. Правда? А какой подарок тебя бы порадовал? Джекс! Эй, Джекс! Я вижу только блеклые осколки своей жизни. Беззвучные, безвкусные, серые и мертвые. Семейным альбомом потом займешься. Чарльз близко. Мы почти на месте. Кошмар скоро закончится. Тут какая-то ошибка. Точно ошибка. Никак не пойму. Отец. Мне придется убедить его. Уничтожить работу всей жизни. Работа стала единственным способом спасти жизнь, которую он так любил. То есть? Оглянись. Возможность стереть болезненные воспоминания. Забыть аварию. Он все это сделал ради меня. И ты единственная, кто может убедить его покончить с этим. Я все могу исправить.
исцелить всех. Просто нужно еще время. Еще немного времени. Теперь пускай попробует собственное лекарство. Папа, а мама скоро вернется? Очень скоро, моя умница. Маме больше не нравится Джекс. Он плохо себя вел. Сиди смирно. Сейчас я все исправлю. Ты не можешь починить мамину ногу? Никак? О, я придумаю, как и это исправить. Но сейчас... Я хочу помочь моей малышке. Нилин? Как себя чувствуешь? Думаешь, мама ненавидит Джекса? Нет. А что, он плохо себя вел? Нет. Теперь беги и поиграй. У папы много работы. Хорошо. Люблю тебя. Получилось, Сыла. Я нашел лекарство от горя. Скоро я заберу всю твою боль, и мы снова будем счастливы. А потом мы освободим от боли и весь мир. Я хочу помочь моей малышке. Сыла, дорогая, все хорошо? Ты давно должна была приехать. На кольцевой ремонт. Пришлось поехать через Нео-Бельвиль, а там пробка. Нашла Джекса? Джекс! Да, нашла. В следующий раз ты занимаешься днем рождения дочки. Она стала невыносима, как увидела свой подарок. Подари его сейчас, по дядя. И весь день был в лаборатории. Ты успела прочесть мою записку? Привет, пап. А мы с мамой были в магазине. Привет, моя умничка. Обещай, что будешь слушаться маму, хорошо? Чарльз, дорогой, я не думаю, что клиенты примут твою идею. Вот хранение воспоминаний мне кажется более успешным предложением. А на руках у меня... Ты представляешь какие-то возможности? Управление памятью людей. Давай об этом завтра поговорим, окей? Хоть сейчас и было бы неплохо, чтобы твоя дочь забыла о своем дне рождения. Если хочешь...
хочешь, я возьму с собой поесть. А я думала, почему вдруг стало так тихо. Надо бы тебя наказать, но вы вдвоем так мило смотритесь. Цела, дорогая. Все хорошо? Ты давно должна была приехать. На кольцевой ремонт. Пришлось поехать через Нео-Бельвиль, а там пробка. Класс, Джекс, ты лучший. Нашла Джекса? Джекс. Да, нашла. В следующий раз ты занимаешься днем рождения дочки. Она стала невыносима, как увидела свой подарок. Подари его сейчас, Базязя. Я весь день был в лаборатории. Ты успела прочесть мою записку о мнемотерапии? Чарльз, дорогой, я не думаю, что клиенты примут твою идею. Вот хранение воспоминаний, мне кажется, более успешным предложением. А мы с мамой были в магазине? Он сломался. Он не двигается совсем. Обещаю, мы его починим, как только приедем домой. А Джекс навсегда сломался. Видишь? Робот сам себя смог починить. Стой! Это опасно! Нилин! Боже, что я сделал? Нилин! Нилин! Моя девочка! Нилин.
Малышка. Прости меня. У меня не было таланта. Я просто хорошая ученица. Ты была его экспериментом, Нелина. Сломай его. Давай. О, Эдж. Как же так? Стоп. Нелин? Отредактировал редактор? Очень умно. Ты должен все бросить, папа. Эксперименты, мучения, ложь. Мир умирает от передозировки амнезии и ложной памяти. Те ужасы, что я нашла. Все казалось идеальным. Благородная идея. Нет, Чарльз. Идея была плоха с самого начала. Ты использовал собственную дочь для опытов. И сделал бы то же самое и с женой. Ты так и не простила меня. Почему ты здесь? Потому что я любила тебя. И потому что ты все еще гений. Вокруг идет гражданская война. Ненависть. Страх. Беспорядки. Боль. Все то, что ты хотел уничтожить. Это наша вина. Пора положить этому конец. Почти получилось. Нужно отключить его от источника. Отключить H3O. Защитную систему обойти невозможно. Если... Вот оно! Если только мы вдвоем это... не одобрим. И вуаля! Вот почему ты послал меня к ним. Только они могли открыть доступ к главному серверу. Теперь, сестренка, твоя очередь все закончить. Протокол доступа к H3O. Авторизация по голосу. Ожидание. Меморайз. Хоминис эволюсио. Личности подтверждены. Доступ к серверу памяти открыт. Ты сильнее и лучше всех Картье Уэллсов, сильнее отца и матери. Я горжусь тобой, дочка. Вот, это тебе. Мне больше они не нужны. В детстве ты часто спускалась туда ко мне. Эти воспоминания укажут тебе путь. Спасибо, папа. Всегда рад, моя умничка. Мы будем ждать тебя здесь. H3O будет отключен. Ты справилась. За один день ты сделала то, что эрористы не могли сделать более 10 лет. Мы все еще вне закона. С твоими связями я бы об этом не беспокоился. Я наконец могу тебя увидеть? Да. Иди по мнемофону, который дал тебе отец, и вскоре все закончится. Как я отключу H3O? Как любую машину. Эдж? Эдж? Эдж!
Скорей, Джекс, папа не любит, когда мы здесь долго гуляем. Джекс, не оставляй меня! Я была не слишком веселой. Джекс был единственным твоим другом. Вот ты где. Ты не отвечал. Я давно не переживал твоих воспоминаний. Я почти забыл, как это больно. В смысле? Переживал. Это очень больно, сестренка. И это длится очень давно. Так пусто, так правдиво. Эдж, ты меня пугаешь. Иди вперед, сестренка. H3O должен исчезнуть. Так, хватит, дай мне руку, а то мы опоздаем. Вот я и вернулась. Туда, где все началось. Да. Здесь ты дала мне жизнь. Тебе не кажется, что это грубая формулировка? Братишка. Зависит от точки зрения. Когда ты догадалась? Только сейчас я поняла. Эдж — это H3O. Ну да. Конечно же. Я на самом деле хочу умереть. Я тебе не врал. А кто ты? На самом деле? Я Эдж. Личность, случайно зародившаяся в гноящейся бездне, куда все сбрасывают наиболее болезненные и неприятные воспоминания. Я H3O! Мое первое воспоминание – плачущая девочка. Я ребенок Меморайз, и главный ее враг! Я отец лепрей, и их смерть. Я твой друг. Ты должна убить меня. А если я не хочу? У тебя нет выбора, сестренка. Я заставлю тебя драться со мной. И если ты не победишь, я убью тебя. Мне страшно. И мне тоже. Сестренка, пора сломать любимую игрушку твоего отца. Эдж! Эдж, я не хочу драться с тобой. Я H3O. Эдж всего лишь часть меня. Он агент, созданный для того, чтобы найти тебя и привести сюда. Но ты террористка. Ты поклялась покончить со всеми ужасами Сенсина. Я H3O. Я Сенсин. Я Лепри. Убей нас! Теперь уничтожь черный куб памяти. Я хочу все забыть. Ugh!
Каждый день я сливаю ее избыток воспоминания тех, кто наиболее уязвим. Не желая забывать ни секунды из того, что произошло. Прости меня.
Это не твоя вина. Прикончи меня. Боль уходит. И я вместе с нею. Через несколько секунд моя память вернется к людям. Прощай, Нелин. Я буду помнить тебя. Друг как-то сказал мне, память человека — это крепость размером с целый город. Только сложнее. И мы нашли ключ к ее дверям. Тайн больше нет. Моего друга звали Эдж. Рожденный темной стороной Сенсина, он первый понял, что всех нас несет страшным потоком. Эдж умер, чтобы напомнить нам, что некоторые двери лучше не открывать. Что страдания, даже болезненные воспоминания — это часть нашей жизни. Меня зовут Нелин Картье-Уэллс. Я охотница за воспоминаниями. Я могу узнать о вас все и могу заставить вас поверить во что угодно. Это мой дар. Мое наследие. Впервые в жизни я точно помню, кто я на самом деле. За пределами моей крепости ждет семья, в которую я могу вернуться. И неприветливый мир. Поврежденный мир. Мир, который нужно исцелить. Это мне показал друг перед тем, как исчезнуть. Я никогда его не забуду.